Всем привет, это Андрей, и мы продолжаем проходить игру Suffering. Похоже, в этой серии нас ждет прогулка на свежем воздухе. В очень приятной компании, очевидно. Надеюсь, в этой серии будет поменьше торчков, потому что в прошлом они меня просто достали. Достали! Труши! Тут, наверное, все же больше снайперов и членистоногих. Закрыто. Фу. Давай, мы здесь подыхаем. Это зря ляпнул, накликал беду. Нет! Тебе не избежать того, что вызвал я. Это мы еще посмотрим. Холодно, по ходу дела. Осень. Судя по погодке. Куда идти? Ну, скорее всего, туда, куда полетела эта тварь. Но мы тут пока пошаримся, посмотрим, нет ли где припасиков. Хотя зачем они мне? Я и так, по-моему, заряжен по полной. Удивительно, но похоже, кто-то из охранников еще все еще жив. О, ребята горят на свету, это хорошо. Горите, твари, горите. А ты что не горишь? Снайпер хренов. Гори, тварь, гори. Жри свинец, снайпер. Тебе не привыкать. Где-то еще снайпер. А сейчас повеселимся. Нафарширую этих гадов свинцом. Сделаю из них свинцовый пирог. Кому добавки, кому начиночки свинцовой. Макс Пейн тоже на таблетках сидел.
И они его типа залечивали. Тренажерка. Добро, дробаш, новая пушка у нас будет. Не зевать, чувак, не зевать. Поздно. А вот и наш дробашик. Тут закрыто. Где же наш дробашек? По-моему, там за пожарищем. Да, вот он. Насколько я помню, дробаш здесь рулит. Но я его пока использовать не буду. Все же мне понравились эти два ствола. А вот и конец прогулки на свежем воздухе. И опять в душном, засранном помещении. Мы будем ошиваться. Не можешь это вынести? Это ты о чем? Простите, там кто-нибудь есть? Какой скромный. Твари за дверью. Я слышу, как они скребутся, скоро они ее выломают. Пока я жду смерти, я просто хочу сказать. Если чувак уже смирился. Не боец. Я ищу ответ на вопрос, что происходит. Но не нахожу никакого объяснения. Я не знаю, почему так все получилось. Мы в руках судьбы. Я видел такое, о чем не рассказывают. И судьба отвернулась. Застрелился. Нет, чтобы бороться до конца. Их всех повесили. А некоторым и то еще оторвали. Надеюсь, уже после смерти. И нам он уже глючит, что мы нас повесили. Как этих бедолаг. Тут закрыто. Да. Чем дальше в лес, тем все хуже и хуже. Здесь уже подожгли тюрягу частично. Интересно, это их какая-то тварь подвесила?
Или это они совершили массовое самоубийство? Здесь походу тихо. А здесь еще кто-то живой? Но похоже ненадолго. Ладно. Двинем дальше. Ну давай, давай, вылазь. Сейчас мы тебя накормим свинцом. Так, этого накормили. Мне кажется, здесь где-то рядом еще одна тварь. О, какая жесть. Разорвали пивдалу. Значит, нам направо. Ну вот это. Это не один, но с дружком. Ну подходите, у нас меня на всех свинца хватит. Ну ты дурин, да ты откуда взялась? Ничего, не на тебя свинца хватило. Бунт. Чё тебе по телеку показывают? Похоже нам сюда. Ты можешь быть таким добрым. Я помню это. Он нас выпустил. Гуляйте, пацаны, пока можете. Опять торчки. Ну и как всегда параж. Где же еще? О, жесть, сколько здесь кровяхи. Кого-то здесь серьезно порвали. И повесили. Вы что там? О, жесть. Вот мы познакомились с новой тварью. С висельником. Все же похоже этих охранников кто-то повесил эти твари. Ты. Сюда. Они сами. Давай же, неужели не хочешь со мной поговорить? Ну, спокойно, сейчас поболтаем. Теперь я беременна. Это не все. Послушай, я просто... Все кончено, Тэ. Ты говоришь, что невиновен, но не знаю, можно ли тебе доверять. Я подаю на развод. Нельзя быть отцом, сидя в тюрьме. Я не могу привести к тебе Кори или маленького. Лучше пусть они тебя просто забудут. Так будет лучше для всех нас. Надеюсь, ты простил меня, Тэ. Все могло бы сложиться по-другому, если бы я умела ждать. Наверное. Блин, что-то я тупик.
Ну ничего, сейчас разберемся. Сейчас я их накормлю свинцом. И ты хочешь, ты сейчас получишь. Спасибо, что дверь открыл. Но на этом твоя роль заканчивается. Так, двинули дальше по этой стрёмной местности. Так, тут с потолка не капает. Ох. Потому что, похоже, это главное. Почему их можно определить? Если есть на потолке пятно крови, и с него еще капает, то значит, полюбак там висельник прячется. А здесь у нас закусочная. Столовая, наверное. Но, похоже, это для охраны. А. Нас здесь заперли. И развели костерчик, чтобы нам было не холодно. Озорники. Ну, ничего. Похоже, очередная маленькая головоломка. Ну, похоже, но почему-то я все равно туплю. Скорее всего, какая-то простая головка. А я, как всегда, туплю. Ну, ничего, разберемся. И с этой, и с таким еще разбирались. Так, он включает водичку. Но это сулит нам встречу с старичками. Там он затушил, а вот туда что-то не течет вода. И значит, надо что-то еще сделать. Пока закрутим. Так, ваша вода ушла. Похоже, надо заткнуть эту дырку. На чем? Я зря патроны трачу. Может, эти нужно перетаскивать? Куда его тащу? Ладно, можно. Ну, сбросить в огонь, да перепрыгнуть и не париться. Получится. Бесполезная хрень. Мрачненько здесь. Но чем дальше я прохожу, тем больше убеждаюсь, что второй раз и третий раз я проходить не буду. Хотя говорят, что после первого прохождения и начала следующего игры можно открывать секретный уровень. Но, может быть, только его еще запишу. Но второй и третий раз я эту игру проходить не буду. Я думал, что меня эта игра разведет. Она мне нравится, да.
Ну просто она меня уже больше так не пугает, как пугала тогда, когда в нее играл в первый раз. И посему второй и третий я раз ее проходить не буду. Похоже, одной этой штуки тут мало. Надо притащить вторую. Или может все-таки получится заткнуть эту только одной. Этой штукой. Не получается все никак. Никак. Ну ладно, надо вторую притащить. Подальше от огня. А, опять загорелся. Блин, надо еще оттащить. Ну хоть игра старая, но она похоже, походу выглядит еще нормальненько так. Если не присматриваться, то в принципе угловатости персонажей особо не замечаешь. Их особо не видно. Надеюсь, то, что его раскурочило, не сильно помешает. Надеюсь, двоих хватит. Хотя я не уверен. Но сейчас увидим, уходит вода или не уходит. Надо еще одну или две. Ага, вот у нас еще одна есть. Да, это вроде по одно. Ну что ж, приставим третью. Не помешает то, что я одну из них так сильно раскурочу. Так. Это я зря сделал. Зачем я это вообще сделал? Ну ладно. Поставили вроде все на месте. Попробуем сейчас потушить пожарчик. Потушили, раз эти твари снова появились. Жри дроби, зараза. Пруд. Но слава богу, в этой серии их не так много, как в прошлом. Промазал. Жри дробь, зараза. Пошел купить, зарядились. Какой он у нас моторный. Тебя не заметил. Ничего. Ну, на этом, похоже, мы заканчиваем эту серию. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. До следующих встреч.